Добрый день, мои дорогие зрители! В этом видео я хочу рассказать вам еще об одной очень хорошей подкормке для рассады. И этой подкормкой я обязательно подкармливаю свою рассаду каждый год. Дело в том, что комнатные условия для выращивания рассады не так уж хорошо ей подходят. На маленькую рассаду влияет почти все: и влажность воздуха, температура воздуха и освещение. И из-за этого она может начать болеть, расти какой-то тоненькой, хилой и бледной. А от слабой рассады богатого урожая мы не получим. И после пикировки, когда на рассаде появится 3-4 настоящих листика, я удобряю свою рассаду обыкновенным, простым, всем известным средством – это янтарной кислотой, которую я покупаю в аптеке. Янтарная кислота повышает иммунитет растения, а также является отличным стимулятором роста. Для этого я измельчаю 2 таблетки янтарной кислоты и растворяю их в 1 литре воды. И больше ничего делать не надо, это и есть уже готовый удобрительный раствор. Этим раствором я поливаю свою рассаду под корень, а также опрыскиваю по листьям. Можно это делать одновременно. Вот таким простым способом можно рассаду вырастить крепкой, здоровой и устойчивой к заболеваниям. Это проверенный и эффективный способ. Желаю вырастить всем крепкую рассаду и до новых встреч!